День зрителей нашего канала. Сегодня хотелось поделиться с такой новостью. Фермер просто вот заехал, и да, вот два мешка в подарок завез кукурузы. В этом году мы ему посоветовали взять для пробы два биколорных гибрида. Ракель, вот он, да. Мы много о нем говорили. Очень крупный початок. И Кемберлин. Человеку очень понравилось. Он живет в туркестанском районе. Зовут фермер Ибрай. Они берут уже третий год кукурузу. Ну вот в этом году биколорную попробовали. И у них есть несколько точек, которые продают прямо на месте. То есть сами они занимаются продажей. То есть большая часть, конечно, продают оптом, но у них несколько точек в Туркестане, где они продают вареную кукурузу. И вот они начали предлагать именно со своих точек попробовать, да, то есть, ну, вначале люди как бы так по одной цене брали, но уже как, те клиенты, которые брали второй, третий раз, да, приходили, уже сами просили вот эту биколорную кукурузу среди двух. И так как, ну, в Туркестане там помимо них еще продавали кукурузу, они выиграли тем, что вот эта двухцветная кукуруза в середине сезона уже стала узнаваемой, и люди стали ее хорошо брать, да, то есть уже понимали, что она слаще, вкуснее, нежнее. И вот он ее сажал несколько этапов, соответственно, на следующий год у него уже минимум 50% посадок будет, это биколорные кукурузы. Но что говорить, да, вот смотрите, вот початок Кемберли. 76-77 дней вызревает вот такой супер початок. По сахаристости ни одна желтая кукуруза не будет ей равна. То есть это очень высокосахаристые початки. Смотрите, самое главное, обратите внимание на толщину початка. То есть здесь уже сантиметров под 6 это минимум будет. Да? То есть она и сама длинная, где-то под 20, где-то 22-24 сантиметра. Да? Но при этом очень толстый початок. Ну вот, давайте сейчас примерно посмотрим. Да? То есть это... Так, 20, ну, 24,5 в данном случае, да, а по толщине, ну, да, как я вам говорил, минимум 6. Это Rockwheel, это вообще фантастическая кукуруза. Смотрите, во-первых, по длине у нас получается 22, по толщине 5,5, и это все за 72 дня, и это все натуральный мед, то есть супер сладкая кукуруза. Если вы в своем регионе сможете приучить людей употреблять эту кукурузу биколорную, то все клиенты будут ваши. То есть главное научить, то есть давайте им возможность пробовать между желтой и такой кукурузой, но это реально, вот реально детская лакмуса, да, то есть когда вы попробуете эту кукурузу, любая желтая после нее кажется уже не супер сладкая, а просто как сладкие кукурузы есть. Поэтому есть рынок, как я вам говорю, рынок этой кукурузы всегда есть. В особенности, где есть курортные зоны, где много детей, то есть где проходимость, рынки, да, то есть если у вас есть возможность подавать самим эту кукурузу, да, она займет свое место и выпихнет очень много кукуруз с рынка. То есть поэтому акцент обязательно смотрите, я говорю, и очень красивый рисунок, да, то есть вот это интересный переход от белых к желтым зернам, да, то есть оригинально, красиво и очень вкусно. Ну и спасибо фирме Ибраю за такой подгон нашей компании. Спасибо, до свидания.